ко мне эта идея пришла еще во время полета, когда я посмотрел на эту землю со стороны. Ну, было время подумать, и тогда пришла такая мысль, вообще нужно первых лиц государства запускать туда, в космос. Это, ну, не, касается не только нашей страны, а в принципе вот, нашего земного шарика. У нас не так много стран, и запустить туда человека, вот он прошел выборы, выбрали его в президенты и говорят, слушай, вот ты, прежде чем приступить к обязанностям, слетай, посиди, полетай, посмотри на землю со стороны. Я уверен, что это все окупилось бы с лихвой, что люди повернутся мозги, и человек прилетит, и он поймет свое место на планете. Вы провели в космосе 184 дня и 22 часа. У вас после этого изменилось отношение к жизни, к земным вещам, например, к деньгам? Вот эти ценности, деньги, они стали для меня каким-то вторичным, даже, может быть, в принципе, не самым главным элементом жизни. Но лучше, если я буду больше получать в чувствах, больше получать в знании здесь, вот на Земле. А деньги – это так, это мелочь.